Стрельцы на протяжении всей жизни отличаются физической и умственной активностью, поэтому часто пребывают в хорошем настроении. Они ценят открытость, непринужденность и свободу, а любые ограничения воспринимают болезненно. Кстати, все стрельцы уверены в собственной безукоризненности и даже самую справедливую критику пропускают мимо ушей, а добрые советы отклоняют жестким образом. Зато с теми, кто не пытается влиять на их поведение, стрельцы ведут себя очень мило. У них всегда найдется шутка или комплимент, минутка, чтобы поболтать, и даже жилетка для горьких слез. Кроме того, люди этого знака легко впадают в крайности, наживая врагов то излишней откровенностью, то бесполезной борьбой за справедливость. Интересно, что стрельцы чаще отстаивают чужие права, чем собственные. Они постоянно чувствуют ответственность за окружающих и нередко досаждают им своей опекой. У стрельцов есть свои драгоценные и полудрагоценные камни, которые соответствуют гороскопу. Их использование оберегает от влияния негатива и способствует восстановлению сил. При этом привлекает удачу и положительно влияет на общее состояние хозяина. Рубин для стрельца своего рода билет в счастливое и обеспеченное будущее. Камень прекрасно сочетается с качествами стрельца и будет их усиливать. Это особенно хорошо для тех представителей знака, которые занимают ответственные посты и наделены большой властью. Рубин поможет справиться с самыми серьезными делами, требующими непосредственно личного участия и ответственности. Людям, ослабевшим, утратившим веру в себя и чувство справедливости, рубин поможет восстановиться. Еще один камень, который подходит стрельцам – альмандин. Наши предки верили, что за счет энергетической связи с природой камень способен приносить радость, возбуждать страсть и влечение к противоположному полу, повышать мужскую силу. Самоцвет не подойдет излишне серьезным людям, ведь альмандин – это камень развлечения, который ни в коем случае не приемлет занудство и уныние. Он станет прекрасным амулетом для активных людей, любящих риск, а также представителей творческих профессий, которым важны не только высокие материи, но и материальная выгода. Астрологи рекомендуют носить камень только в особых случаях, например, в длительных поездках или на светских мероприятиях. Камень черный гематит используется, чтобы улучшить отношения стрельцов. Если вы хотите улучшить ваши личные отношения, всегда носите его с собой. Гематит считается камнем, защищающим стрельцов от злой силы. Кроме того, гематит хорошо подходит для развития интуиции. Камень также считается покровителем воинов, придающим им отвагу и мужество. Женщинам-стрельцам он дает поддержку в деловых начинаниях. Камень может непосредственно контактировать с кожей, но у некоторых людей из-за него случаются воспалительные процессы, так что проверьте на себе, прежде чем использовать. Сапфир для стрельца может оказаться самым гармоничным камнем. Он полностью отражает качество стрельца и поддерживает людей этого знака. Из особенностей стоит отметить влияние сапфира как успокоительного средства для стрельца. Сапфир снижает реактивность, давая возможность сначала осознать происходящее и только потом говорить и действовать. Для стрельцов это необходимое качество, особенно для женщин этого знака. Стрельцу сапфир придаст весомости, значимости и мудрости, но при всем при этом камень настраивает людей этого знака на развитие своих способностей, на духовный рост и понимание мотивов других людей. Он усиливает чувство справедливости и беспристрастности. Подписывайтесь на наш канал, а также смотрите гороскоп на каждый месяц для знака зодиака Стрелец.